Конкурс «Предприниматель года» проводится в регионе уже не в первый раз. Мероприятие стимулирует бизнесменов развиваться и стремиться к успеху в своем деле. Становиться примером и стимулом для тех, кто только начинает развивать свой бизнес, и для тех, у кого еще не все получается. Вот посмотрите на этих людей и поймите, почему у вас плохо, а почему и как это делают те люди, которые успешны. Вот эти истории успеха, это важно в этом отношении их показать и дать возможность любому человеку стать успешным, стать предпринимателем. Таких успешных выбрали в сфере информационных технологий, промышленного производства, строительства, образования, здравоохранения, спорта, маркетинга, рекламы, транспортных услуг и сельского хозяйства. Ну а лучшим из лучших предпринимателем года 2017 стал Индинский деревообрабатывающий завод. Честно говоря, для меня это немного неожиданно, потому что, ну, как вы сами сказали, уже там мы давнюю историю ведем, да, и как-то работаем, понимаешь, а тут такая честь выпала и такое гордое звание, в общем-то, было и удивление, и немножко так, ну, волнение, неожиданность, ну, вообще гордость, конечно, в первую очередь. При выборе победителя учитывался рост объемов производства, условия труда в организации, рост заработной платы, инновационные вложения в развитие организации, а также такие критерии, как экономическая и бюджетная эффективность, социальная ответственность бизнеса. В этом году лучших бизнесменов выбрали сразу в 19 номинациях. Это значит, что бизнес перешел в новые отрасли, в отрасли услуг, в отрасли высоких технологий, в отрасли экспортные, вышли, и это позволило выйти ему далеко за пределы не только Ульяновской области, но и Российской Федерации. Безусловно, всему этому способствует и поддержка региона, различные фонды, организации, налоговые льготы. Вся эта работа проводится для того, чтобы сформировать благополучную среду для социально-экономического развития региона и ее граждан. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.